друзья, дорогие гости нашего канала, сегодня у нас заготовка на зиму очередная под названием напиток из чернослива. Если у вас нет соковыжималки, нет блендера, но вам очень хочется напиток из чернослива, то это ваш вариант. Короче, у вас ничего нет. Да. И у вас при этом очень мало сливы, а напитка хочется. Даже сливы нету. Напитка хочется очень много. Вообще 100% ваш вариант. В общем, я взяла 100 грамм сливы. Видите, я ее только единственное, что хорошо помыла. Косточку я не удаляла. Сегодня мы будем вот такой напиточек готовить. Сахара у меня здесь сколько? 100 грамм, по-моему, или чуть больше. Но сахар нужно регулировать. Я вообще не люблю сладкий напиток, поэтому я мало добавляю сахара. И вот нужно будет нам лимонку. Пустая тарелка. На кончике чайной ложки. Ну, совсем немного. Эта тарелка символизирует, что у нас ничего нет. Всем здравствуйте. Ну, хочется при этом попить напитка зимой. Нет, действительно, я просто люблю напитки. Такие, как вот, например, из чернослива, с абрикосов. Кстати, вы меня спрашивали, как я готовлю. Но я совершенно другим способом готовила. А сегодня такой вариант сделаем, который совсем бюджетный, наибюджетнейший. Я, в общем, закипятила уже воду, она у меня горячая. Сейчас я ее ставлю снова. 3 литра воды на 100 грамм неочищенной сливы. Мне здесь вода кипит, можно сказать. И опускаем сливу. Она не кипит, но можно сказать, что кипит. У нас сегодня такое видео прикольное. В общем, опускаем сливу, ждем, пока она закипит. Можно сказать. Вы меня простите великодушно, дорогие гости, подписчики. Если у вас нет блендера, соковыжималки, но у вас при этом должно быть сито. Хотя бы сито должно быть. Да. И желание попить, испить напитка чудесного. У меня слива проварилась в горячей кипятке, как вы видели. Ты уже ее не называешь чернослива. Чернослив. Это чернослив. 12 минут прокипело. И мне нужно теперь протереть через сито ее. Ну и вот так вот я тру. Представляете? Как говорится, дышачьи паски. Вот видите, как у меня все этот процесс проходит. Я настолько привыкла делать уже, это, мне кажется, это очень быстро. И самое главное, вкусно, никаких ошметков, ничего нету. Сейчас перетру всю сливу и включусь, расскажу вам, что дальше делать. Смотрите, что у меня получилось из той сливовой массы. Вот ложка всего лишь. Конечно, это же надо труд приложить упорный. Я минут 17, наверное, это все пюрировала. Вот такое пюре у меня получилось. Косточки я обмыла. Я считаю, что это очень, как сказать, такой способ, который мало отходов, малоотходный. А вот у меня, посмотрите, какой красивый тут сироп. Компотик, можно сказать. Ну, компот я уже закрыла, мне не нужен. Я буду готовить сливовый напиток. Значит, я перелила в кастрюлю. Сахар нужно, говорю вам точно, добавлять по вкусу, по вашему. И это все зависит от чернослива этого. Если он кисловат, надо побольше сахара добавить. И опять же на вкус. Вот я сейчас 100 грамм сахара добавляю смело. И будем пробовать. Перемешали. По мне так уже ничего не надо. Я люблю достать напиток и сразу же
не разбавляя его пить. И вот я вот это вот на кончике чайной ложки сюда высыпаю лимонку и иду это все кипятить. Я поставила на самую высокую конфорку и жду, когда закипит. Напиток кипит. И хочу сказать, я добавила еще 50 грамм сахара. Сейчас я его прокипячу 7-10 минут и буду разливать в бутылки. Я наливаю напиток из чернослива в горячие бутылки из духовки. И вот мой напиток готов. Если кому-то понравился рецепт моего напитка, то готовьте, пожалуйста. Не понравилось, не обессудьте. Вот так я его готовлю. И это слива, чернослив стоит 68 рублей килограмм сейчас. И я приготовила 3 литра. Вы скажете, можно и 10, можно и 15, как говорится. Ну, вот я оптимально выбрала 3 литра. Если вы хотите поконцентрированней, то возьмите 2 литра воды, возьмите литр на килограмм чернослива. Как вы сами отрегулируете, так и будет. Ваш же рецепт это. Я вам показала, как готовлю я. А вы уж сами выбирайте. Всем до новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока. Приятного напитка-пития. Вот у нас еще бокальчик остался, мы его потом попробуем, он остынет. Пока-пока.